Как поздравить милых дам? И не просто поздравить, а сделать это так, чтобы запомнилось надолго. Герои нашего следующего сюжета придумали оригинальный ход. Какой? Об этом вы узнаете из репортажа Александра Шишова. Видновское станичное казачье общество совместно с ГИБДД проводит акцию поздравления наших милых женщин с наступающим 8 марта. Они все-таки на железных конях, а мы на живых. Так что пожелаем им здоровья, счастья, семейного благополучия. Замечательно, неожиданно, приятно очень. Спасибо. Шикарно, отлично, спасибо большое. Скажите, а как вам поздравление? Шикарно, очень неожиданно, спасибо большое. Желаем женщинам на дорогу без происшествий. Вот, и всего самого наилучшего. Поздравляем вас, милые женщины.